Поздравления, комплименты, цветы. Женщин в нашем городе чествуют не только 8 марта. Сегодня в Чебоксарах прошел заключительный этап 3-го республиканского фестиваля «Вославим женщину», посвященного Дню матери. Если верить, что красота должна спасти мир, то в филармонии собрался настоящий спасательный отряд. Там в преддверии Дня матери награждали самых ярких и креативных участниц республиканского фестиваля «Вославим женщину». Общество всегда, оно крепкое, когда сильные семьи, сильные каждый человек. Конечно, мы все разные, по-разному мыслим, по-разному подходим, но по природе наши милые дамы, наши красавицы, они более чувствительны, более терпеливы, более эмоциональны, более нежные, воздушные, легкие на подъем, на выносливость. Конечно, когда рядом такие женщины окружают нас, нам всегда легче. Инициатором фестиваля стал Женсовет Республики. Участницы готовили презентации о себе, рассказывали о своих семьях, работе и увлечениях. Счастье в нашей семье, это я, скорее всего, думаю, любовь, уважение и взаимопонимание. Впрочем, праздничным для участницы этот день стал не только из-за наград и поздравлений. Очень замечательный праздник, потому что я привела себя в порядок, нарядилась. А то, получается, обиход и жизнь дома, она нас немножечко, скажем, делает нас совсем домашними. А так хочется праздника. Сейчас фестиваль проводится на уровне республики, но вполне вероятно, что следующей ступенью будет Россия. Ольга Пырочкина, Оксана Александрова, Андрей Спиридонов. Республика.